Доброго здоров'я, глядачі, слухачі. В нашій студії третій учасник подій і очевидець, свідок, які відбувалися в четвер 13 березня в Донецьку. Отже, давайте узнаємо про хід подій, які відбувалися в той кровавий день. Скажіть, будь ласка, що... Я хочу вкратце розказати, що було буквально за несколько дней до этих событий. Я думаю, это создаст полную картину. Ночью накануне активисты, ну, кстати, нам ранее незнакомые, пытались снять российский флаг с площади Ленина. Напоминаю, что по Донецку практически везде висят российские флаги. До сих пор. Их снимают и вешают опять. Значит, то есть давайте я в двух словах расскажу. Мы с группой активистов и Евромайдана, и просто небезразличных граждан организовали некую такую группу поддержки самообороны и активистов. Мы занимаемся оказанием юридической помощи, мы вытаскиваем их с милиции, мы собираем деньги на лечение, координируем действия волонтеров. Так вот, утром мне сообщили о том, что двое человек задержаны милицией в Ворошиловском РОВД. Это наиболее пророссийское настроенное РОВД в Донецке, это никто не скрывает. Они вместе охраняли захваченные здания с губаревцами внутри, по форме, полностью нормально. Люди хотели снять российские флаги, за ними погналась толпа около 20 человек. Это охрана этих палаток, то есть совместно КПУ там и губаревцы. Стреляли, я не знаю из чего, это либо травматическое оружие, но были ясно слышны выстрелы, может быть огнестрел. Люди самі визвали міліцію. Я нагадаю вам, що Хубарєв – це самозваний губернатор Донеччини, щоб ви просто не плуталися. Будь так. Ласка, продовжуйте. Люди визвали міліцію, за которыми гнались. Приїхала міліція, дружески пообщалась з тими, хто за ними гнався, і забрала їх для дачі показань на всю ніч. Вони не скривали ночью своєї проросійської настроєності, інтересувалися, откуда їх привезли, зачем вони провоцирують людей. А на вопрос, почему была стрельба, сообщили, что это ночью был салют. Дальше, еще до этого, был один небольшой митинг, где людей пытались избить за то, что они даже не украинские флаги держали, а держали портрет Шевченко и стихи Шевченко. Самооборона принимала участие в этом, но так как очень была плохая организация митинга, мы работали в толпе скрытые. То есть что мы делали? Людей били флагами по голове, мы это отбивали, сдерживали наиболее рьяных, работали под них. И я хочу сказать, что в милиции реально есть честные люди, они фактически спасли этих людей. За нами бежала разъяренная толпа около 400 метров, и людей смогли тогда затолкнуть в машину ГАИ. Хорошо сработали ребята с самообороны, они задерживали толпу, но и я думаю, что как раз погодится ситуация, будем писать, чтобы этим людям, милиционерам, их как-то благодарность вызвали, наградили чем-то, потому что ну, они показывают, что не всем плевать из милиции. Теперь по поводу самих событий. То есть нас было, самообороны было порядка 150 человек, те группы, которые были пропущены к нам, их было около 1500. И действия милиции, они показывают, что это была имитация деятельности. И некоторые вещи даже прямое попустительство, когда нас заманили в этот автобус. Рядом стоял автобус полный сотрудников милиции, они даже не выходили. А когда людей били битами... Было уже в четверг. Да, их ласково трогали за плечо, говорили, ребята, может быть, не надо, может быть, не надо. То есть это чистой воды договорняк. И это при том, что мы согласовали свои действия с начальником милиции общественной безопасности прямо на площади. То есть это была группа помощи милиции, а не просто какие-то... Договорняк кого с кем? Давайте попробуем обозначить. Я думаю, что, судя по поведению работников милиции, некоторые не понимали, почему им не дают команды на защиту людей. Скорее всего, люди, отдельные сотрудники ключевые, и отдельные командиры были проинструктированы. Например, цепь ставим, но пропускаем через нее. Давать ложные команды на отступление, не сдерживать. Я знаю людей, которые с той стороны. Там два нюанса. Первое. Всех собирали специально с целью срыва проукраинского митинга. Обзванивали смс-ками, звонили. И второе. Они сами боятся. Боится и милиция, что их просто придут разгонят. Украинские власти. Угу. Боится и сами активисты. То есть это дутые фигуры. Великий и ужасный олигарх наш
Ринат Леонидович, великие и ужасные российские активисты, они сами боятся. Это все держится просто либо на договорнике, либо на обмане людей. Что мы делаем сейчас? Мы создали счет помощи пострадавшим активистам. Нам очень помогает логистический центр Евромайдана, который вышел на нас. Мы даже не знали, что кроме общественности нам никто фактически не поможет. Ни губернатор, ни какие-то там олигархи, ни милиция, никакой нам помощи не оказывают. Сейчас вот группа высылает средства защиты, бронежилеты. Это тоже собирают прямо в интернете деньги, жертвуют неравнодушные граждане. Мы вместе с координационным центром Донецк-СОС координируем группу волонтеров в больнице. С помощью логистичного центра Евромайдана привлекли несколько фондов, вот в том числе фонд Возрождения, фонд Пинчука, который помогает с лечением. Но мы озабочены еще одним фактором. По нашим данным, убитых было трое. Двое человек убиты чуть-чуть ниже площади. До сих пор не можем найти еще трех человек. Я так подозреваю, что это, скажем так, наша часть небесной сотни будет только увеличиваться. Это стандартная практика скрытия трупов. И что мы сейчас делаем? Мы стараемся установить связь с такими же общественными организациями, как мы, с самообороны, с общественных фондов. Потому что, судя по всему, если этого не сделаем мы, не знаю каким способом, есть разные варианты, если мы не наведем порядок или давлением на власть, или каким-то другим уже способом, то это не будет делать никто. Это ясно. Поэтому наша задача защитить сейчас людей, установить такие же связи с другими организациями. И по безопасности. Что происходит? Люди, которые пострадали, не все, часть, их вызывают в милицию. После этого к ним домой приходят всякие лица, скажем так, и их запугивают. Мы несколько человек вывезли в Днепропетровск с помощью центра логистичного вывезли в Киев. Это раз. Их фотографии висят в интернете, скриншоты с надписью «Враги России». А также милиция, опрашивая их, почему-то не вежливо их приглашает, а грозится доставить приводом. У них ни у кого еще нет статуса потерпевших, статус свидетелей. И все следственные действия ведутся в направлении, что мы являемся провокаторами. Хотя мы отрядца действия, по сути, был милиции. Провокаторами, не знаю, как можно высосать из пальца какие-то уголовные обвинения, но многие люди боятся, что при обыске им подбросят наркотики, либо заточки. Сейчас мы координируем группу адвокатов, которые согласились принимать участие в бесплатной помощи людям. И они работают в связке с журналистами. То есть журналист-адвокат. Как только мы получаем информацию о том, что кого-то приехали, взяли дома и повезли в милицию, тут же выдвигается эта группа. И с помощью логистичного центра Евромайдана мы надеемся наладить эти связи и на уровне Киева, если наших сил не хватит. Мы не собираемся этого бросать, нам страшно, я не буду скрывать, потому что мы не ожидали такого масштаба этой опухоли, но мы ищем методы, мы отступать не собираемся. Спасибо за вашу позицию, спасибо, что вы держитесь. Будем рады, конечно же, какую-то координацию с вами установить. Спасибо. И еще вывод основной. Получается, что милиция задерживает исключительно людей, которые на проукраинских позициях, считая провокацией даже то, что наличие символики украинской. Да? Да. Это первый момент. А второй момент, та информация, которая находится у милиции, она сливается пророссийским... Есть еще и третье. Смотрите, мы сейчас наладили... Но второе вы подтверждаете. Подтверждаю. Да? И третье. Сейчас общественность собирает данные о местах дислокации российских так называемых туристов, о местах, где блокируются украинские военные колонны, о местах, где платятся деньги за митинги. Вся эта информация передается в органы, но, к сожалению, мы даже могли бы, если формат позволял, позвонить при вас в СБУ и послушать, что они нам скажут. Никакой реакции. Просто никакой реакции. То есть в данном случае еще и вот это можно добавить. Это уже в Киеве реакция? Это нету в Донецке, СБУ и милиция. То есть я знаю, что кто-то там задержан, но не убийцы, а задержаны люди, которых потом и отпустят. То есть для успокоения пока общественного мнения. То есть мы беспокоимся за безопасность наших людей сейчас. Добрый, тримаемость. Еще раз дякую вам. Дякую. Успехи.